Хочу показать своим покупателям эту книжечку поближе. Значит, размеры ее, ну, чуть больше 20 сантиметров. И ей, девочки и мальчики, уже больше 100 лет. Значит, это Ван Дейк, как научиться рисовать. Серия 1, Петербург, издание Магалиф. Значит, цена ее 1 рубль, она стоила в 1910 году, если я не ошибаюсь. Значит, она требует полной реставрации. Вот. Старые ниточки. И понеслась. Как научиться рисовать? Руководство для дошкольного и домашнего обучения рисованию. Класс, видали такое? Я первый раз такое вижу. Уже полистал, и все. Теперь выставляю в продажу. А, вот, 1908 год, 15 мая. Тра-та-та-та-та. Так, Екатериновское печатное дело. Трасси, представитель, Воскресенский, секретарь, Кобылинь. Чё она так моргает из-за света? Ну, очень такая любопытная, Лень, какая интересная вообще. Цена серии 60 копеек. Читать не буду, потому что важно, когда ты ее купишь, чтобы тебе было интересно ее полистать. И тут вот пошли вот как рисуночки, рисовать все странички, наверное, на своих местах. Вот так вот я перелистываю, квадратики. Вот все надо подшивать. Выпуск номер 2. Второе. Домики, карты, двери, как правильно рисовать. Это вот такая надорванная. Мельница. Выпуск номер 3. Печатное дело. Кораблики, лодочки. Класс, да? 1908. Это получается 124, да, сейчас. Минус 8. 116 лет назад. Представляете? Это еще сохранилось хорошенечко. Выпуск номер 4. Неправильно лошадок рисовать. Для детишек. Коровки, собаки. Свинки, козочки. И все остальные. Так, выпуск номер 5. Пошли любишки. Детишки. Мужичок со свинкой. На собачку не похоже. Такое состояние, требует полного ремонта. Не знаю, есть такие собиратели, которые реставрируют их. Это, наверное, уже ближе к такому музейному экспонату. 100 лет, 116 лет. Вот так вот. Ван Дейк. Ребятки, я надеюсь, я вам все показал. Претензии и возвраты не принимаю.